88-й час в Визардри 8. Сейчас будем снова драться с великим демоном, небесными джиннами и вот этим вот... Так будем же хищ... Так, подождите. Бой сложный, мы его в прошлый раз не выиграли. Нужно хорошенько подумать, подготовиться. Пускай валькирии тоже выпьют магические нектары. Чтобы они могли применить свои эти заклинания. Вот, и теперь вот, собственно, можем идти. Погнали. Вот он, кстати, нас сейчас не видит, сокрушитель, поэтому мы можем первыми начать Окей. бой. У нас будет преимущество в ходе. Щит души, щит стихии. Будет сделано. Вот. Механик. Генератор. Голограф, вернее. Хорошо. Магов сперва ангелами хранителя прикрываем. Хорошо. Есть. Благословение. Слишком далеко. 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 Так, а что он может кинуть, чтобы бой начать? Нужно какую-то бомбу кинуть. Ну, бомбу смерти, наверное, жирно будет. Или что? Или бомбу смерти. Ну, пускай бомбу смерти кинет. Слушаюсь. Погнали. Хотя понятно, что сокрушитель не умрет, но он слишком высокоуровневый, чтобы на него бомба подействовала. Хотя кто его знает. Нам главное просто спровоцировать, чтобы бой начался. Я ненавижу это место. Вот, маг сразу призывает элементали. Окей. Этот голограф. Хорошо. Всегоник, я вот не знаю. В принципе, их ничего не возьмет, это понятно. Но это значит пропускает ход. Эх, надо было вору сосуд с элементалем тоже кинуть. Противник-то серьезный. Сосуд с элементалем нужно было кинуть вору. А почему бы ему сейчас его не кинуть? Давайте кинем. Слушаюсь. К этому снова голограф. Хорошо. Валькирия ангела-хранителя на воре, допустим. Хорошо. Ну, магу, я не знаю, магия на них не действует. Наверное, не будем ничего магу. Маг не будет ходить. У нас два элементали. Он тоже кинул. Ну уж в этот раз мы должны победить. Кири. Побежали вперед. Хорошо. Так, голограф на валькирии. Хорошо. Классно. Отступает, ни хрена себе. Но он потому что понимает, что... Смотрите, какой искусственный след. Сокрушитель отступает. Потому что тут на него такая толпа народу, 8 человек, 2 элементали идут. Вот теперь он уже не отступает.
Есть. Они. Вампирово облако, облако смерти. Заклинание «Крепкая броня». Так, голограф опять. Хорошо. Валькирии. Так, это сокрушитель. Сопротивляемость огню у них, кстати, не слишком-то большая. Армагеддон можешь попробовать? Магу. Давайте попробуем Армагеддон. Псионик. Мгновенная смерть не проканает по-любому. Ментальный выстрел или удар разума. Давайте удар разума попробуем. Так, одного сглазили, кого? Лишь бы не бойцов. На, сглазили у нас элементали. Хреново. Еще одного, второго элементария. Они оба сглажены у нас. Черт, у нас маг сам на своих же применил заклинание по ошибке. То есть, черт. Ну вот сами себе навредили опять. Эй, есть что-нибудь еще? Они сглажены, они не попадут. Слушай. Так. Они, в принципе... Я уж боюсь магу применять, давать на какие-то боевые заклинания, потому что шмаляет в своих же. Ну, снова пробуем Армагеддон на желтом уровне. Если опять провалится, ну значит переигрывать опять придется. Будет сделано. Хотя нет, этому надо лечить. Самих себя. Будет сделано. Самые лучшие дадим. Камни медузы? Да нет, не буду я самые лучшие давать. Шипастые обычные. О, нет. Воин умер. Потому что облако смерти, сука, действует. Проклятие. Теперь даже если мы его воскресим,
Там здоровья-то не будет у него практически. Удушение попробовать магу. Сегодня лечить опять же. Он только теперь успевает лечить раненых. Будет сделано. К этому воскрешать бойца. Слушай. У нас без сознания куча народу. Эта сука еще, блядь, с ума сошла. Добыча. В следующий раз помоги до того, как я до конца. Да ёб твою мать. Маг погиб. Что это за чума? Сегодня лечить бойца. Будет сделано. Этому общее лечение. Забери меня отсюда. Хорошо. А кто будет воскрешать? А, следопыт будет воскрешать мага. Классно. Что-то мне кажется, в этот раз у нас опять ничего не получится. Опять переигрывать. Я ранена. Да ёб твою мать. Опять воин погиб. Снова воскрешаем. Чё? Будет сделано. Так, маг, что может предложить? Удушение? Но оно не подействует. Они и так, наверное, не живые. А может, живые, хрен пойми. Так, удушение — это воздух. У нас, кстати, элементалей не осталось. Так, я вот думаю, что предпринять. Классно. Дела плохи, чё говорить. Классно. Мне кажется, опять этот бой будет проигран. Отлично. Общее лечение опять. Будет сделано. Так, этому вообще-то камень в голову положил на себе. Хорошо. Так, а кто воскрешать-то будет? Пускай тогда маг воскрешает бойца. Спящая кровь, вор всего 15 здоровья. Опять облако смерти. Помоги до того, как я до конца. Понял? Добрались наконец до демона, начали работать. Следопыту я хотел порошок воскрешения, по-моему, дать.
Но я боюсь, что их у нас не осталось. У нас нет порошков. Они есть, но у кого-то другого. А смысл их у вора забирать? Ну, забрал у вора следопыт. У меня. Ну, хотя бы так. Бой-то в реальном времени идет, а я думаю, что такое? У нас, кажется, бой в реальном времени. Так, с демоном покончили. Псионику лечить. О, нет, у нас закончились все защитные заклинания. Снова применяем щит души. Щит стихий. Будет сделано. О, нет, у нас маг без сознания. Так, чехоточная соль есть. На мага применяем. Классно. А к этому общее лечение опять. Опять этот маг, боец погиб. Со мной что-то не так. У нас почти все без сознания. У нас только Валькирия может драться. Остальные вообще без сознания все. Так, чехоточную соль на каком-то бойце нужно. Давайте на Валькирии. Так, это ей нужно выпить зелье марафонца. Есть! То она сейчас тоже теряет сознание. Да, ужасно дела плохи. Слушайте, ребят, я не знаю, как их победить. У нас опять ранили. Я думаю, что это бесполезно. Мы опять не победим. Классно. Опять переигрывать это. Да, давайте переиграем. Да, все это бесполезно. Снова переигрываем. Вообще надо вору какие-то хорошие заклинания дать. Какие-то хорошие вещи. Порошок воскрешения. Нужно поделиться. Так. Гранитовый сок. Сосуд с элементалем. Зелье целителя. Сок ангела-хранителя. Всем нужно будет выпить ангела-хранителя.
всем прям выпить сразу. Так, зелье спринтера. Немного энергии восстанавливает. А зелье марафонца? Ну, зелье марафонца давайте. То, что надо. Фейерверк. Напалмовая бомба. Кольцо огня. Огненный шторм. Бомба смерти против них, наверное, не сработает. Пускай будет он хорошо. Отправили часть зелья марафонца. Сука, ангела-хранителя. Сейчас, секунду. Все, я здесь. Так, ну что, соки ангела-хранителя надо, чтобы все выпили разом. Кто-то должен кинуть какую-то бомбу, чтобы спровоцировать конфликт. Сок ангела-хранителя — это желтая бутылочка. Смотрим. Зараза, а у нас нету соков ангела-хранителя-то. К сожалению. Получается, что их нет у нас. Марафонец спринтер. Кстати, порошки воскрешения есть. У нас. Так, ну да, они у нас и были. Ну что, тогда, может быть, давайте самый, раз такой тяжелый бой, сейчас раздадим самые лучшие камни, самые лучшие стрелы, все самое-самое лучшее раздаем. Камни медузы. Камни медузы, значит, вору, следопыту самые лучшие стрелы, мои мистические стрелы. Настал тот момент, когда действительно экономить уже нельзя. Механик, в принципе, у нас и не будет камнями своими стреляться, как я понимаю, практически. Хотя ему тоже дадим самые лучшие камни медузы, опять же. Вот. Бойцам гранитовый сок выпить. Так, начинаем бой. Валькирия. Валькирия, гранитовый сок. Есть. Нет, Валькирия, это благословение. Есть. Так, это ангелы-хранители. Хорошо. Тут ангел-хранитель. Хорошо. Следопыту тоже ангелы-хранители. Выпить. Классно. Сок ангелы-хранители. Вор кидает бомбу смерти, например. Слушаюсь. Маг призывает элемент... А, щит стихии, само собой. Окей. Псионик, щит души. Будет сделано. Погнали. Так пусть же бой начнется! Так, еще один подготовительный ход. Механик голограф сам. Хорошо. На себе. Валькирия снова ангела-хранителя. На этот раз пускай, допустим, на воре.
хорошо. Могу призвать элементали. Окей. Вору тоже кинуть сосуд с элементалем. Слушаюсь. Ну, а псионик, я не знаю, что он тут может предложить. Псионик пока отдыхает, значит. Гранитовый сок. Или свиток брони. Давайте крепкую броню прочитает. А, ну это и так понятно, это вообще не нужно. Гранитовый сок пускай выпьет. Следопыт тоже, в принципе, может выпить гранитовый сок. Зелье целителя. Свиток завесы. Свиток завесы. Кстати, магический экран. Вот что нам нужно. Свиток завесы. Вот что нам нужно применить, и тогда у нас бой будет выигран. Артефакты же у следопыта хорошо развит, я так понимаю. Ну-ка. Может же она прочитать? Навык артефакты. Должна она прочитать. Сейчас артефакты у всех уже нормально развит. Так, она читает свиток завесы. Классно. И вот с магическим экраном мы уже точно должны победить. Раз элементаль. Свиток завесы прочитали. Все, вот теперь должно получиться. Второй элементаль. Дальше нам нужно просто бежать в атаку. Экраном не пропадем. Волны сопротивления все сильнее. Есть. Без эффекта, видите? У нас магический экран есть. Как же я сразу про него не вспомнил? Магический экран. У нас обезумели сразу трое. Сейчас псионик замучается возвращать им разум. Что хуже всего, обе валькирии безумны, они сейчас начнут бить наших же. Псионику нужно вернуть разум. Применить, но теперь уже поздно, теперь только в следующем ходу. О, нет! Элементаль бьет наших, потому что наши безумные. Или я не пойму, элементаль против нас, что ли, воюет? А, он тоже безумен, черт подери. Вот это да, вот это да. Опять у нас все пошло не так, как должно было быть. Кто там откинулся? Вор погиб. Псионик погиб. Все, друзья, опять переигрываем. Все, это бесполезно. Не можем мы никак этот бой выиграть, абсолютно. Ох, я ненавижу это место. Так, следопыт снова применяет свиток завесы. Классно. Маг призвать щит стихий. Окей. Ну, короче, повторяем все то же самое. Будет сделано.
Слушаюсь. Так, бомба смерти не дотягивается, кстати. Надо поближе подойти. Слушаюсь. Классно. Окей. Блин, и щит души-то ведь не помогает, что интересно. Хорошо. Хорошо. Есть. Второй подготовительный ход. Валькирия. Ну, она тут ничего не сделает. Ну, что, может выпить, может что-то. Гранитовый сок пускай выпьет. Боец. Тоже гранитовый сок. Есть. Хотя что-то мы больно как-то... Давайте все-таки не будем так небрежно расходовать. Не будем пока гранитовые соки пить. У него и так броня ого-го. 38-я. Вот это и можно выпить. Валькирия, ангел-хранитель. Хорошо. И механики. Хорошо. Тут призвать элементали. Окей. Двор тоже. Сосуд с элементалем. Слушай. Сионик. Око за око давайте применим. Тоже полезное заклинание, забыл я совсем про него. Будет сделано. Ангела-хранителя на саму себя. Хорошо. Этому тоже ангела-хранителя. На вора, допустим. Вор, гранитовый сок. А, вернее, нет. Механик голограф на Валькирию. Хорошо. Вот. А вор сок ангела-хранителя. Слушаюсь. Это последний у нас. Вот. Подготовительный. Давайте око за око применим, допустим, на Валькирию. Будет сделано. Маг. Ну, на них магия не будет действовать, это понятно. Все, в принципе, сейчас с ангелами-хранителями, даже с ока за око. Погнали в бой. Окей. Okay.
Будет сделано. Ангелы-хранители. На бойца. Хорошо. Будет сделано. Похоже, у нас неприятности. Окей. О, нет. Применили зыбучий песок, и оба моих элементаля сгинули. Опять элементали вызывать. Блин, у нас обычными камнями шипастыми кидаются, и стрелы тоже обычные, к сожалению. Забыл я дать нормальные боеприпасы-то. Это не голограф опять. Хорошо. Могу призвать элементали. Только сейчас опять места не хватит. Нет, хватило. Кстати, всего никто никого лечить у нас не сможет. Всю магию потратили на око за око, черт возьми. Давайте бомбу смерти вор кинет. В надежде, а вдруг что-то получится. Хотя сомневаюсь. Слушаюсь. Черт, у них же око за око есть. И на нас самих бомба смерти действует. Проклятие. От них вообще нельзя магию применять. Кстати, вот это облако смерти, интересно, чистым воздухом не лечится? Чистый воздух? У кого? А чистого воздуха-то у нас и нет. Этот больше всего к огню уязвим. Да это все бесполезно. Всякие там... Нет. Маг безмолвен.
Безмолвие, как снять? Видимо, никак. Эй, есть что-нибудь еще? Сейчас надо вору дать самые лучшие камни. Одна единица здоровья осталась у него. Наконец-то. С демоном с этим. Вернее, с демоном как раз мы еще за него не брались. Вон он стоит, улыбается. Так, что предпринять, чтобы грамотно? Во-первых, вору камни самые лучшие сейчас дадим. А, кстати, маг обрел дар речи. Здорово. Так, ну что, нужно бежать вперед, в бой. Классно. Все живучие. Вот этого демона еще ни разу даже не валили. Отличный удар. Хорошо, что он не слишком-то хорошо бронирован. Ой, блядь. Сработало облако смерти и погиб механик. Решать придется, что. Начались проблемы опять. Сегодня, кстати, надо сразу лечение на механике. Если он так не будет. Нет, так не будет. Ему тогда выпить этот магический нектар. Черт возьми, у него и магического нектара нет. Будет стих. Значит, экипировать. Самыми лучшими камни медузы. Парализовать 20%, нокаутировать 10%. Мое внутреннее равновесие потревожено. Это увеличить механика. Будет сделано. Классно.
небесные джинны, они опаснее, чем демоны, и вот этот трехглавый змей вместе взятый своими заклинаниями жуткими, вот в первую очередь облако смерти. О, демона убили. Теперь начинаем перемалывать джиннов. Кстати, о нет, так, вор умер в облаке смерти. Так, у нас это, закончились действия защитных заклинаний, черт возьми. Щит стихии сразу. Щит души опять. Ой, блядь, еще и... Будет сделано. Еще и у этого мана закончилось. Кто будет воскрешать? Давайте воскресит этот механик. Порошок воскрешения на воре. Хорошо. Псионик не сделал ход. Почему он ни щит души не применил, я не пойму. Странно. Псионик применяет заклинание щит стихий. А, ангел-хранитель отводит. Псионик беспомощно лопочет, понятно. Потому что у него тошнит. Его тошнит. Нужно... Сейчас нужно подходить ближе, в любом случае. Будет сделано. Этому что? Порошок воскрешения на воре. Хорошо. Это исток ангела-хранителя выпить, что ли? Следопыту. Классно! Остальные дерутся. Кстати, надо валькирию как-то в чувство приводить. Она без сознания у нас. Элементаль попал, молодец. 56 здоровья снял. Здоровье довольно шустро снимается. За два удара 100 хитпоинтов снова боец. Воскресили вора. Воскресить мало, надо его еще сейчас вылечить будет. К этому зелье общего камень регенерации на всех. Хорошо. Он почему-то сознание тут же потерял. Почему-то. Чехоточная соль есть у следопыта. Давайте валькирию. Классно. На валькирию чехоточную соль. Сегодняку нужно лечить. Допустим, вора. Будет сделано. Кстати, щит души-то у нас не действует. Все отошло. Или не ничего.
отсюда. Он фатальный удар провел, походу, да? Боец. А может, не фатальный, доклевали в конце концов. Осталось два. Остались два. Ситуация как бы вроде бы становится все более хорошей для нас. Будет сделано. Опять это гребаное облако смерти, черт подери. Ну вот, пожалуйста. Уже лучше. Механик в облаке смерти погиб. Так, этой чехоточную соль на вора. Классно. Ой, нет, нет, нет. Че у нас все без сознания вечные? Чехоточную соль на валькирию. Классно. Псионику нужно воскрешать. Воскрешать механика. Будет сделано. Маг без сознания. Отлично. Слава богу, все позади. Наконец-то. Двоих сглазили. Чувствую себя нормально. Меня хватает больница. Эй, у вас там есть огонитель? У меня есть. Так, псионик лечить, а у него магия закончилась. Нектар надо тогда применить ему, магический. А магического нектара у него нет в инвентаре, значит снарядить, черт. Будет сделано. Следопыт. Надо, чтобы вор очухался. То есть применить ей чехоточную соль на воре. Классно. Остальные. Так этот пускай ангелохранители применит. Голограф на самом себе, допустим. Хорошо. Нас сглазили, и теперь мы так и будем мазать. Отпустила. Ну вот, видите, боец сглаженный, он ни хрена не попадает. Псионик магическим нектаром экипируем. Где эти нектары? Что, нет, что ли? А, вот. Кстати, какие свитки есть еще у нас? Свитки общего лечения. Псионик умер. Фас, Фас, смогу ему помочь. Он всем помогает. Помните, ты... К этому зелье по камень регенерации, что ли? Или амулет лечения? Лечить всех, заклинаем. Но это, в принципе, без разницы. Давайте амулет лечения. Может быть, он, по крайней мере, сознание не потеряет. Хорошо. Вор. Нужно воскрешать. Воскрешать псионика. Следопыт. Без сознания есть кто-нибудь? Нет. Кольцо ветров. Ну-ка, чистый воздух. Испарение прочих опасных флюидов. Чистый воздух применяем. Кольцо ветров. Вот это, вот это ключевое. Ключевое, что мы упустили. У нас и кольцо ветров есть. Возможно, мы сейчас можем очистить воздух и... Спасибо. Жизнь и с... Негативные вот эти вот все облака, они уйдут. Ох!
следопыт призывает кольцо ветров. Заклинание получилось. Что-то я не вижу, чтобы особо чистым воздух стал. Три негативных эффекта по-прежнему действуют. О, парализовали Джина. К этому общее лечение. Хорошо. Сивоник, я не знаю, что там. Что ему? Что он может применить? Ему надо магический нектар пить. Пускай пьет. Будет сделано. Валькирия без сознания. Значит, следопыту чехоточную соль на валькирию. Классно. Отлично. Ну теперь-то мы должны победить. Тело ранено, но сознание остается ясным. Отлично. Есть. Покажем. Плохо. Боец глажен, тому и может. Помните ты мою болезнь, когда уже не поеду. Будет сделано. Ну все, он обречен. Коренной перелом уже произошел. Коренной перелом произошел, когда мы первого джина убили. Кажется, уже лучше. Парализовали, что ли? Ну что? Тяжелый боебол, 444 тысячи опыта. 444, но тем не менее уровня нового пока нет. И вот, собственно, третий, сейчас будет финал уже скоро, в следующем части. Я думаю, следующая серия будет последней. Всем спасибо. Мои.